Пацаны, вы готовы? Все, отлетайте. Я там скинул бомбу. Всех убили. Мгновенная смерть. Вот это жахло. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Уга-Буга, Пика, Гусенек, пацаны, поздоровайтесь. Привет, здравствуйте. Однако, здравствуйте. Сегодня, ребята, у нас обзор на крутых монстров Garden of Bamban. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем обзор. Первый у нас монстр Grumpy Gary. Он так прикольно бегает. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Нифига себе печенье Дебейлиша. Ребята, и сегодня у нас очень классный ролик будет, потому что мы будем этих монстров мочить мощными пушками. Проверять, кто же самый сильный и кто выдержит максимально много выстрелов. И досмотрите ролик до конца, потому что в конце ролика мы поставим всех монстров и будем их мочить. А нифига себе ты крутой. Эй, ты пушку поломал нашу? Это ты орешь типа или ты нажимаешь так удар? Удар. А, и такой вокруг этот у него штука появляется. А он ест печенье, но и у него выходит из пятой точки. Ах ты жопа. Так, ребята, давайте будем проверять, сколько выдержит он выстрел. А ты уже сел за пушку и ты сел. Ну давайте, стреляйте. Что, с одного раза, что ли? Ого, вот это мощь. Хорошо, следующий у нас мутант Наб-Наб. Такой прикольный, офигенный. Ребята, не забываем обязательно подписаться, поставить лайкосик и заходите в наш дискорд, если хотите с нами пообщаться. Это курочка? Блин, мне смешно на них смотреть, потому что они все круче и круче их делают. Это уже 9-й пак. Представляете, сколько уже их монстров вышло? О, блин, у меня анимация была какая-то. Типа как скример или что-то. А, да, типа камера боком становится. А ну прыгни, ты высоко прыгай. Ого! А что ты так летишь и типа... Ну да, и ногами разводишь, так прикольно. Все, стой на месте, не двигайся. Да чё они такие слабые? Ну, значит, когда мы будем в конце ролика с ними воевать, нам будет легко их убивать. Следующий у нас Синки Бир. Пружина головой. У вас тоже такие звуки есть, пружинки такие? Да. О, он куда ходит, смотрите, какие-то следы, да, остаются? Да, эффекты. Прикольно. О, ну убей меня. А ты не убиваешь. Не убивает. А не убивает. Добрый. Такие звуки интересные он издает, как-то непривычно. А ну прыгни, ты высоко прыгаешь, как пружина? Ого, вот реально вот это высоко он прыгает. Ничего себе. Так, пока он приземляется, давайте мы поставим немножко что-то послабее. Потому что очень мало жизни у них. Давайте мы поставим вот такую вот еще пушку. Так, а ну стой, я буду по тебе стрелять. Ну, она какая-то не очень слабая, эта пушка. Она очень мощная. Так, ребятушки, следующий у нас монстр. Споки Сэм. Это маг какой-то? А, это из Марио. Такое это, привидение, да. О, искры у него с жопы идут, или что это? О, ну убей меня. Ребят, ну он похож на какого-то мага, да, похож? Он из Марио этого... монстра похож, этого привидения маленького. Ты думаешь? Да, вот у него... Ого, а чё я так высоко прыгнул? А, это он меня оттолкнул меня. Да, прикольные эти монстры. Наверное, самый доработанный пак по этим монстрам. Это лучше мы ничего не видели. Так, сейчас мы будем мочить. Еще более слабее пушку поставлю. Потому что что-то мы их очень легко убиваем. Ой-ой-ой, он прыгнул. У нас есть вот такая вот пушечка. А, это ПВО. Оно как-то будет, наверное, слабо стрелять. Вот такая есть пушка. Видите, дуло тоненькое, поэтому снаряд будет маленький. А ну стой, монстрик. Уже не убил, да? Да. А ну еще раз. Во, два выстрела понадобилось. Нифига себе эффекты, камни аж какие-то разбросанные. Это чучело монстра. Хорошо, пацаны. Поехали дальше. Тел Стив. Ой, похоже, уже был. Кактус?
похоже. В предыдущем ролике обзор на этих монстров был похож на него. А я не понимаю, ты бежишь и пердишь или это что такое? Потому что такое. Он будто по камням бегает. А, типа по камням бегает. Ого, прикольно он бьет. Лещами так стреляет. Ой-ой-ой, скример был даже какой-то мини такой скримачок. Отстань ты от меня! А у него ах ты псих, да, блин. Есть. А ну-ка. О. Он вообще рахитно прыгает. Низко прыгает. Так, хорошо, давай с пушки его гасенем. Стреляй. С одного выстрела. Значит, он слабее, чем маг. Так, следующий у нас Uncle Пайдай. О, прикольный. Так это паук. Смотрите, паук у него прикручены какие-то шарики. О, о, тоже офигеть. Ты. Такой дым сиреневый, да? Попробуй прыгнуть. Да, это паук-червяк. Пау-червь. Да. Ой, о, прикольный звук. Он и систер этот, как раз... Систер локейш. Да. Ого, металл об металл ударился. Он, знаете, как эндоскелет убивать с таким звуком? На эндо похож. Да-да-да. Так, ладно, давай вставай, потому что надо нам еще повоевать с обычными NPC-шками. В голову цели, смотрите, четко. Ой-ой-ой. Мгновенная смерть. Будем сразу ставить всех и воевать с ними. Пацаны, вы готовы? Давай. Да. Не, я пушку давайте удалим, без пушки будем. Потому что пушка нам сейчас не нужна. Так, вот эту штучку удаляем. Так, все отлично. Знаете, что я сделаю, чтобы выжить? Я сейчас сяду в машину, отъеду далеко и уже потом включу искусственный интеллект. А для этого надо взять не очень быструю тачку. Вот моя любимая. Железный человек с... машины, с игры машины Мафия 2. Где вы еще такое увидите? И Фуфер Шмерт с нами играет. Поехали. Вы не будете машины брать себе, пацаны? Вы сейчас умрете. Что-то... все. Попробуйте сесть на... Альтье. Должно сработать. О, отлично. Все, отъезжаем. Ребята, сейчас будет самое эпичное. Все, включай искусственный интеллект. Они бегут. О, побежал, побежал. Ребята, давайте максимально постараемся сначала поуезжать от них, а потом уже будем их мочить. А что это было? Он какой-то как читер или что это? Догоняет! Догоняет! Блин, ребята! А! Ударил машину! А! Отвали, тварь! Да ты жопой своей! Да блин, они не дают развернуться! Уезжаем быстрее! Да я уезжаю, я уезжаю. Все, газуй. Ай, убили! А как я... Меня вытащили из машины. Меня они не убивают. А я еще за рулем сижу, хотя меня нету в машине. Да. Ребята, это какой-то баг. На все бабки. 100 километров! Сотка! Они, короче, около 90 километров бегают. Не, белый самый быстрый. Да? Да. Щенок, отвали. Надо скорость держать. Уже никого в машине нет. А вы тоже в машине все сидите, пацаны? Да. Это что, не... пацаны, машина-призрак. Никого нету за рулем. Все, мы сейчас отъезжаем. А если я выйду, я умру сразу? А, я живой. Выходите, будем мочить их. Я беру оружие. Они бегут! Они бегут! Гусуля, газуй! Ну нафиг! Я боюсь их, газуй! Без шифта, потом шиф прожимай. Ай, блин, сразу видно, с профессионалом сел за руль. Тоже меня вытащили. Давай, давай, давай. Блин, они стрёмные. Так, пока ты едешь, я себе буду оружие выбирать. Какое же оружие себе взять? Ой-ой-ой. О, есть у меня оружие. Базука мощная. Интересно, я их взял или нет? Все, я выхожу. Беру эту базуку. Ну что, тварь, иди сюда. Ах! Где ты? Где ты? Блин, сразу убили меня. Еще раз взял. Атакуем, ребята, их на расстоянии. Что у нас еще есть? Воздушный удар. Подальше отойдем, чтобы меня не уничтожило. Блин, я люблю, когда такая карта офигенная. Много места и можно повоевать. Так, РПГшечка должна попасть. Небольшой навесик. Не попал. Так, выдаем себе патронов, пока они не дошли. Я должен успеть. Они приближаются, ребята. Заряжайся! Ай, блин, не успел зарядить. Так, заряжайся быстрей.
Ай-яй-яй, я живой, не убили. Ой, надо, блин, я хочу в ангар туда зайти и закрыться. Интересно, я смогу это сделать? Ай, блин, помогите, зажрали. Вот эта толпа, блин, ай-яй-яй. Они нас, пацаны, топчат. Ой, если я сюда залезу, они меня достанут или нет? Смотрите, как они хотят меня замочить. О, пацаны уже взяли тяжелую технику. Еще никого не убили. Хотя пушки хорошо мочат. Ребята, они застряли, у нас есть шанс их замочить. Где моя гранатка? Убили. Убили, отлично. Двоих убили. Двоих убили. Красная гранатка пошла. Троих. Еще у нас. Всех убили? Нет, еще нет, один. Нет, троих. Ха-ха, печенечный мутант, прикольный. На, попей. Он сейчас убьет нашего. Вот это жестко мы с ними воюем. Так, давайте посмотрим, что он там делает. А, их тут двое. Ай-яй-яй. Надо технику какую-то, наверное, взять. Да блин, вы морды. О, я знаю, пока пусть они меня даже если убьют, я возьму сейчас мощную тачку. А вы задрали. Танк. Я успел в танк сесть, отлично. А вот теперь, вот теперь. Он меня танк толкает. Хорошо. Интересно, я смогу от него оторваться хоть чуть-чуть? Блин, не могу попасть так. Это один монстр остался или еще есть? Отлично. Так, давайте еще поставим пару монстров, повоюем с ними. Вот с этим мутантом дебелым. Мне нравится с ним воевать. Я его сбил. Я их сбил. О, ты все. Дима наверху спав. Я что, всех сбиваю? Да, хорошо. Удаляем монстров. Вылазим с танка мощного. И ставим паука. Ну что, паучок, давай повоюем с тобой. А я смогу от него хоть оторваться или нет? Потому что что-то мне не получается. Смотрите, приклеился, что жук навозный какой-то на меня. Он толкает мой танк, представляете? Он меня толкает. Так вы же меня взорвете. Отвали ты, морда. Сейчас спасу тебя. Не смог спасти меня. Стреляйте по мне, я пожертвую собой. О, если я задний ход сдам, я смогу его сбить? Ой, давай, 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 дави его. Блин, его можно, кстати, задавить. Он меня с танка вытащил. Все, мы его задавили. Так, знаете, что я сейчас хочу сделать? Чтоб я был за монстра. Вот сейчас мне интересно будет, смогу я вас замочить или нет. Ай, блин, он меня убил, скорее всего. Сейчас, подождите, кое-что забыл отключить. Игнорировать игроков. Ставим вот это мага. Так, хорошо, он сразу улетает, жопа такая. Тогда отключаем даже искусственный интеллект ему. Ну что, пацаны, вы готовы умирать? Стой, давай, попробуйте меня убить. Давай, ты где? А я вас не наблюдаю, где вы? А, ты наверху. Ага, вижу танк. Вижу танк. Сейчас мы, ребята, приземляемся, сразу идем его мочить. Ты что? Задавили. Хорошо, ребята. И последнее, что мы сейчас с ними сделаем, мы их всех взорвем. Вот эту бомбочку взорвем. А, это же бомбочка их не убивает. Давайте тогда эту бомбу и поставим вот эти бомбы, которые активируются с помощью ядерной. Пацаны, вы готовы? Давай. Все, отлетайте. Я там скинул бомбу. Всех убили. Мгновенная смерть. Вот это жахло. Смотрите, что с неба летит. Какие-то осколки, пепел летит. А раньше этого не было добавлено. Если понравилась эта серия, этот пак монстров, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Пока. И еще взрыв.